хорошего дня. Расскажите, как вы живете в этом доме и как вам творчество Александра Галича? Я песни Галича знаю еще с молодых лет. И все книги, которые были выпущены Галича, все эти книги, они есть у меня. Я с удовольствием их перечитываю. Наш дом уже стоит больше века. Больше века. Он был построен в 1910 году. И Галич здесь родился. Правда, потом он уехал, и больше здесь у него он сюда не приезжал. Я очень рад, что нашлись люди, которые стараются поддержать память о Галиче. И вот здесь будет этот концерт, посвященный ему, его поэзии, его песням. Его творчество сказалось на вас? Да, да, конечно. Это особенно молодые годы. Особенно молодые годы. Я помню 60-е годы и 70-е годы, как важно было, что были такие песни в те годы. Что пожелаете участникам фестиваля? Я пожелаю успеха, и чтобы эта традиция поддерживалась и дальше. Я уверен, что интерес к Галичу будет продолжаться еще много-много лет. Спасибо большое, дай Бог вам здоровья. Вас с праздником, здоровья, с хорошим настроением. Скажите участникам фестиваля хорошее. Дорогие участники, будьте здоровы, играйте, пойте, и пусть весь мир поет и радуется жизни. Вместе с вот этой вот замечательной гитарой. Это укулеле, четырехструнная гавайская гитара, которая всегда со мной, в моем сердце, и пускай радость и музыка будет в сердцах у вас. Вы не можете жить без гитары? Так же, как и без любимой дамы. Могу, но это сложно. Это сложно и неинтересно. Спасибо большое. Удачи. Удачи вам. Вам здоровья, удачи с началом фестиваля. Скажите два слова для участников и для зрителей, и вообще для души. Именно так, как я хочу сказать, это будет изнутри вот отсюда расплескиваться от всей души. И я хотел бы, чтобы вот этот праздник, который сегодня начинается, он был действительно таким светлым, добрым, чистым праздником для всех-всех, кто сюда приедет. И пусть то, что ради чего этот фестиваль затевался, пусть эти все цели достигнут своего вот этого окончательного своего завершения. И этот фестиваль будет бесконечным. В следующем. Он будет все лучше, многочисленнее, побольше людей, побольше друзей, побольше песен. И вообще, самого доброго всем-всем участникам фестиваля. Спасибо большое. Спасибо большое. С праздником. Здравствуйте. О каждом фестивале следует говорить конкретно. Фестиваль, посвященный Александру Галичу, для меня очень важен, поскольку число тех небольшого того количества людей, которые очень многое определили в моей жизни, были, ну, не так уж много людей. Может быть, братья Стругацкие, может быть, Владимир Яковлевич Ворошилов, а вот из бардов, пожалуй, Высоцкий и Галич – это люди, которые формировали целое поколение, в том числе и меня.
И мы это как-то пронесли даже в те годы, где неприятности можно было вести только за факт наличия магнитной катушки с его песнями. Уж не стоит забывать это и сейчас, потому что не так многое изменилось в мире, и песни Галича нам еще нужны. Тут деревушки, из каких-то дружин, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Чего ж с ней церемониться, чего ее лечь? А ну, приделай, как послугаешь, я наследую. Вскочил потлат, я проснулся, а сон за мной. Мне приснилось, что я атлант, на плече моем шар земной. И болит у меня спина, то мороз у меня, то жар. И с устатку пьяней пьяна, я роняю тот самый шар. А где машина? Со звуком все в порядке. С пулеметом. Серьезная заявка на то, что состоялся и был всегда. Но все равно есть волнение, потому что сложные времена для авторской песни. Я на ощупь и на вкус и по весу учиняю поверку, но вскоре вновь приносит мне газету повестку, к отбыванию повинности горы. В принципе, пару номеров именно для местных, для органов. Здоровья, удачи! Я помню ваше выражение 9 лет назад. Авторскую песню остановить нельзя, но приостановить можно. Как вы думаете, ничего не изменилось в нашей жизни? В моей? В нашей, вообще. В нашей, вообще. Здравствуйте. Ничего не изменилось в нашей жизни. Мы находимся в состоянии, ну, на государственном уровне, в состоянии войны. Как не изменилось? Конечно, изменилось. Люди гибнут. Я там бываю время от времени, там, где они гибнут. Конечно, изменилось. Не изменилось в натуре человека ничего. Человек, как у него была потребность в общении, так она и осталась. Как была потребность в вооружении, так она осталась. И никуда это не денется, хоть 9 лет назад, хоть 9 лет вперед. Что-то хорошее было? Ну, опять-таки, если говорить лично обо мне, то, ну, конечно, хорошее и было, и есть. У меня две внучки вот сейчас маленькие растут рядом со мною. Это очень хорошо. Я продолжаю свою творческую какую-то деятельность организационную. Что вы пожелаете участникам фестиваля? Ну, я пожелаю, чтобы реализовалось то, что составляет основу авторской песни. Это доверительное искреннее общение, которое направлено к тому, чтобы мы совершенствовались нравственно, чтобы мы становились утонченнее, чтобы мы становились чище. Чтобы вот этот процесс прошел в полной мере. Здесь очень много таких людей сегодня, вот сейчас, здесь вокруг нас, которые в этом процессе активно участвуют. Спасибо большое, удачи вам! А как ты? Почти не может. Снимают, я уже не знаю.